Эй, ребята, всем привет! Это канал JoyWire, с вами снова Джо, и добро пожаловать в наше новое приключение в мире RimWorld. Не так много времени прошло, но вроде патч уже укоренился, и большинство модов, с которыми мне комфортно играть в эту игру, уже стали доступны. Давайте перед началом пробежимся. Тут достаточно мало ускоренное сглаживание стен пола, хакслип необходимо, ганплей визуально, яйо комбат визуально, ускорение... Дальность стрельбы, подземные провода, трейты с различными показателями, теперь не только негативными, но и позитивными. Типа пиромант, он может быть негативным сам по себе, но может давать там плюс к скорости работы и что-то такое. Harvest everything, можно все органы добывать. Harvest organs post-mortem, после смерти можно добывать органы. То есть мы сможем прокачивать медицину на трупах противников. Если, конечно, будем развиваться в этом направлении, там нужно стол для операций, операционную делать и прочее. Minify Everything уменьшает все предметы, чтобы можно было их удобно переносить, переставлять с места на место. Этот мод Overpowered, можно переносить абсолютно нелогичные вещи, типа ветряную мельницу можно в карман сложить и перенести, но будем стараться использовать его в рамках здравого смысла. Show Drafties Weapons показывает оружие у наших колонистов. LVM Deep Storage увеличивает... дает контейнеры металлические, в которые можно складывать предметы. Там предметы, естественно, портятся. Также в стаке можно немного больше предметов складывать, чем обычно. Что большой плюс. More Trade Slots. Больше слотов для трейдов. Все очень просто. Quality Surgeon. Качественный хирург. Все логично. Smart Speed. Быстро... умная скорость. В некоторых ситуациях игра безумно замедляется до первой скорости. И ничего с этим нельзя поделать. С этим модом все более мягко становится. Ахтунг заставляет поселенцев делать то, что ты им говоришь. Level Up. Визуальный мод для показывания Level Up. Fluffy Breakdowns. немного облегчает нервные срывы у колонистов, учитывая, что мы будем играть... Неприкрытую жестокость, это плюс. Потом можно будет отключить. Where's my weapon? После прихода, приходя в сознание, колонисты ищут свое оружие и потерянные вещи. Better Pound Control добавляет различные показатели, типа, если одежда становится хуже 51%, ищи новые и прочее в этом духе. Mend and Recycle добавляет починку и переработку одежды, оружия, различных построек и прочей хрени. Очень клево, очень полезно. Fields vanishes with rain and time. Со временем грязь с земли исчезает, и дождь смывает кровь, следы, грязь и прочее дерьмо. Это логично, в принципе. Камера плюс дает возможность приближаться ближе к колонистам и смотреть на них в упор. Stack XXL увеличивает размеры стаков. Worktop. Вкладка работы. Blueprints. Можно сохранять свои какие-то запланированные постройки, потом подтягивать их. Tilled Soil. Можно делать грядки. Quality Builder. Можно забиндить какое-то качество определенное. И колонист будет из раза в раз перестраивать предмет, пока не сделает его определенного качества или лучше. Wall Light. Настенные светильники. Очень приятно выглядит. Medical Tab, медицинская вкладка. Hospitality, гостей разрешает приглашать. Do something for Idle. Если у поселенца закончилась основная работа, и он начинает просто слоняться без дела, он что-то делает. Прекрасный мод. Automatic Night Owl. Нормально? Автоматически выставляет график сна для сов и всего-то. Vanilla Events Expanded добавляет новые события. Pound Name Variety добавляет новые имена. Metal Don't Burn. Здравый смысл. Металлические предметы не горят. Это нормально. More Quests, больше квестов. Bad Can Be Good. Плохие трейты и плохие негативные стороны могут все равно давать какие-то плюсы. То есть можно как-то лавировать между различными трейдами. Run and Hide. Во время опасных каких-то штук можно не выделять определенную
зону для своих колонистов или животных, можно просто назначить безопасную зону, и в случае опасности все будут бежать туда. Expanded Roofing добавляет исследование, с помощью которого можно делать встроенные в крыши там солнечные батареи и прочую хрень, очень клево. Никогда не добирался до этого момента, потому что умирал раньше. Extra Alerts — больше предупреждений, Blood and Stains — больше кровавых всяких следов, Bulk Stone Cutting — переработка булыжников, Complex Jobs — не Стив Джобс, не путать — добавляет больше работ, больше точности в распределении обязанностей. Simple Search Bar — поисковик, Vanilla Fishing — добавляет рыбалку, Better Mod Mismatch — проверяет несовпадение модов в сохранениях, Экстра — деревья и цветы, Keep Bad Ownership — оставляет кровать за человеком, даже если он ушел в рейд или ушел на другую карту, Dynamic Diplomacy — добавляет всякие события в мире, Various Spaceship Chunks — добавляет больше различных кусков кораблей, падающих на землю, Beautiful Outdoors — здравый смысл. У некоторых колонистов есть желание проводить время на улице, но в стандартной версии игры улица — негативное и грязное место. В данном случае это все как-то достаточно хорошо сбалансировано, и в некоторых местах, где растут цветы там и прикольные деревья, колонисты будут получать от этого удовольствие. Получать удовольствие от проведения времени на улице, и это логично. Reinforced Wall — усиленные стены, это тоже дополнительное исследование. CM Color Coded Mood Bar — добавляет цветные панельки под настроение. Damage Indicators — показывает индикатор урона. Query — шахта, или я не знаю, как на русский это перевести, типа яма, в которой колонисты могут выкапывать различные ресурсы. Simply More Bridges — больше мостов. Stabilize — стабилизировать на месте. Expanded Prosthetics and Organ Engineering — добавляет новые... как это называется-то, ё-моё? Ну, по... новые органы. Искусственные руки, искусственные органы, чипы и прочую хрень. Очень много, очень круто. Наверное, не доживем. Smarter Construction — колонисты логичнее строят различные предметы, не закапывая себя внутрь стен. Гениально, очень круто. Run and Gun — стрельба на ходу. Огромный плюс. Многие считают, что это ОПшный мод, и вообще очень несправедливо, потому что ты можешь чейсить врагов и стрелять по ним. Но, с другой стороны, враги точно так же могут на бегу стрелять по тебе. Все справедливо. И в некоторых случаях, когда враги внутри твоей базы, ты убиваешь половину, и они начинают отступать, они все равно будут атаковать по твоим колонистам. То есть все справедливо. More Planning — больше планирования. Allow Tools — одобряет, разрешает что-то делать. Replace Stuff — меняет, можно менять уже установленные стены, там, постройки и прочую хрень сразу на другие предметы, не удаляя предыдущие. Defensive Position — можно забиндить какую-то позицию для защиты, допустим, кликнув по одной кнопке, и колонисты будут бежать в это место, чтобы отбивать нападение. Interaction Bubbles — диалоги между поселенцами в виде пузырей. Research Pal — прикольная вкладка для исследований. Simple Sidearms — добавляет карманы или, не знаю, дополнительный отсек. Можно не только оружие дальнего боя, но и оружие ближнего боя с собой таскать. Большой плюс, очень приятно. ADB Prepare Carefully дает возможность создавать целенаправленно каких-то персонажей, которые будут подходить тебе по тем или иным. Можно создать просто с идеальными трейтами, со всеми позитивными 20-20-20 персонажа, очень крутого, все ему там искусственные органы присобачить и разорвать всю карту. Да. Jax Tools добавляет там... короче, он необходим для работы некоторых мобов, модов, так скажу. Pick up and haul — несколько предметов колонисты могут за раз переносить, там, в свой инвентарь убирать, и все в этом духе. Больше ничего. Все, с модами закончили. Новое поселение. Неприкрытая жестокость. Рандомный рейнди на максимальной сложности. Загрузка в любой момент. Костюм силовой брони. Прекрасно. Размер карты 50% пусть будет. Ох, черт. Я же
Реп-год. Ничего себе, я моды быстро прочитал. Воздух чуть не закончился. Я забыл, как играть в RimWorld. Все это время, проведенное в Майнкрафте, надо будет сегодня несколько серий записать. Мы на следующей неделе улетаем в Питер. И мне нужно записать несколько видео наперед. Потому что там я с собой точно ноутбук не буду брать, чтобы этим заниматься. 100%. Поверьте мне. Давайте где-то в центральной части поищем вариант рядом с дорогой. Мне больше нравится гористая местность. И в центральной части я имел в виду в районе экватора, но я бы не хотел вот в этой части заседать, чтобы было далеко добираться. Голодные горы. Здесь действительно есть горы, но через эту часть будет вообще, наверное, нереально пробраться. Может быть, здесь есть какие-нибудь варианты поприятнее? Какой-нибудь умеренный лес, но при этом гористая территория, и рядом, чтобы еще дорога была. Чтобы можно было, не знаю, нападать. Давайте глянем здесь. Нет гор, в смысле нет пещер, это большой плюс. Температура от 10 до 30, средняя 20, круглый год ягоды растут. Мелкий ручей присутствует, это даже, возможно, прикольно. Горы 4. Рядом дорога крупная. Крупная. Можно будет добраться поторговать сюда, или если мы враги, кстати, с кем мы враги? Мы с ними нейтралы. С ними можно будет ходить торговать. Это тут идеальная вообще дорога, просто прекрасная. Средняя частота заболеваний 1,2 в год. Я надеюсь, не придется. И немного увеличим карту. И погода любая, в принципе. Далее. Prepare carefully. Я приготовил персонажа. Мне сказали, что Уфа был слишком опешным персонажем. Несправедливо. Так, почему... Почему так сильно поменялись показатели? Я создал персонажа, который в нули просто уходил со своими показателями. А если я еще раз сейчас загружу? Минус 331. Ну, это не серьезно. Я сделал, чтобы она была нулевой. А чё, а почему? Там же лимит, типа, 2000 должен быть. Плевать. Три увлечения, которые помогут нам выжить первое время. Растеневодство, горное дело и ближний бой. Дальнее оружие не скоро появится. Вообще, ближний бой, наверное, не обязательно. Не обязательно. Кулинария 5. Этого достаточно, чтобы первое время не травиться. Медицина 5, чтобы хотя бы немножко можно было себя захилить. Общение 6. Не столь приоритетно в начале. Я сомневаюсь, что у нас будет возможность активно с кем-то торговать. Но все же. Горное дело, растеневодство 8. Растеневодство 8, чтобы можно было лечебный корень, в принципе, сразу выращивать у себя, а не бегать по карте и не искать его. И... пускай будет немного в минус. Скажу честно, создавая этого персонажа, я... поставил ограничение по очкам и ушел в ноль. И почему-то сейчас я его загрузил из сохраненных персонажей, и все изменилось. Черты характера подземник. Кайфует от горного дела. Большой плюс. И быстрая обучаемость. Я говорю, я просто ролил. Выпало 2. Можно было еще одну черту характера какую-нибудь добавить, но остановимся на этом. Биография коматозница и зрящая мира пещер. Звучит ужасно, но... это стакается с подземником, стакается с горным делом и тягой к горному делу. И, в принципе, остальное достаточно минимально. Ремесло 2, чтобы можно было хотя бы какое-нибудь первоначальное оружие себе зафигачить. Наверное. Наверное, да. Идеальный персонаж. Невис Гиллис. Поехали. Черт. У меня плохое предчувствие, что сейчас сролится какая-нибудь ужасная карта. Ужасная. Я тестировал ее. Я серьезно говорю, я создал этого персонажа. Я ролил ее до тех пор, пока не попались идеальные статки. Ну, не идеальные, я перераспределил большое увлечение и малое увлечение между различными скиллами, чтобы это имело смысл для нашего выживания в мире. Оп. Так, что у нас здесь? Дорога. Здесь неплохая углубленность в скале. И она, в принципе, единственная, которая
Это река? Мелководное течение. Да, это река, слушай. Я думал, что это дорога идет здесь. Я не очень смышленый. Наверное, здесь можно для начала расположиться. Вырубить вот этот кусок стены, его же можно убрать. Вроде здесь нет нависшей стены. Здесь у нас есть немножко серебра, которое можно будет поторговать. Стены из гранита можно будет частично вырубить и передвинуть в эту сторону, отгородиться. И... Большая стела из известняка. Бонус при медитации дает, может быть, поставить там место для медитации. И у нас уже, в принципе, есть какая-то более-менее отгороженная комната. Да, наверное, можно осесть в этом месте. Единственное, здесь нет никаких генераторов. Отсюда, наверное, могут враги респаться, да? Не самая интересная карта. Предыдущая была лучше, на самом деле. Здесь была сплошная скала с углубленностью. Ну, то есть, грубо говоря, вот эта часть и вот эта были закрыты, и можно было внутри огромной территории засесть. На тестовые, естественно. У нас здесь немного сланца есть. Стены из стали. Еще гранит. Еще сталь. Где у нас паровые гейзеры еще? А рядом их совсем и нет. Но мы здесь можем изучить водную энергию и установить здесь генератор, который на воде работает. И впоследствии отгородиться здесь. Я сомневаюсь, что здесь могут спауниться противники. Очень, очень уж узкое пространство. Но утверждать не буду. И, в принципе, можно было отгородиться здесь, и начально неплохая территория получилась бы. А впоследствии отделиться здесь, здесь, здесь. И вообще по кайфу осесть. Наверное, частично... это все... Я могу массово захватывать предметы? Да, типа вот так. Все наше. Все мое. Мы разберем вот эту стену. Можно было, наверное, так не поступать, но... Кто мы такие, чтобы пользоваться колонной стали есть? Что она делает? Поддерживает крышу, не мешает обзору и движению и выглядит довольно красиво. Ее можно будет тогда починить и использовать как какой-то плюс. Да, наверное, это то, что нужно. И попробуем выстроиться сюда и закрыться здесь. Давайте распределим работу. Пожарный, пациент, врач, медсестра, хирург, отдых. Отдых уберем, носильщица плюс. Работа, добиватель, перезарядка, перезаправка, надзор, развлекатель, животновод отключим. Тренировку отключим, повар, да. Мясник, варку отключаем, охотник пока отключаем, рыбалку отключаем, починку, разбор оставляем, строитель, добыча, фермер, шахтер. Копание оставляем. Хотя, это же в карьере, она... Не будет пока заниматься карьерами. Садовод оставляем, наркотики, это все отключаем. Кузнец, портной, художник. Стонкат оставим, ремесло оставим. Заправка, кремацию отключаем. Доставку, носильщик, уборщик, ученый. Это мы отключаем. Пока более приоритетно не буду расставлять. У нас вот главный приоритет здесь. И это съедобно? Че это? Прекрасный, красивый, красный цветок. Замечательная новость. О, у нас здесь растет... Что такое, камелия? С прекрасными цветами. Это замечательно. Я думал, что это какая-то яблоня или что-то такое, но, к сожалению, нет. Хотел порадоваться, что у нас будет еда, но... Выглядит так, что у нас еды не будет. Здесь целых три стены из стелы, из известняка, прошу прощения, и мы их перенесем сюда для того, чтобы... Они же дают какой-то мудбуст. Сложность демонтажа. Привлекательность 15. Или... давай пока отменим. Это пока не приоритетно. Можно будет их перетащить, починить... Перетащить, допустим, одну, две разобрать,
починить, и очень даже симпатично будет. Назначение. Одежда. Целостность не менее 51%. И одежду с трупов не носить. Диета. Не разрешать гнилье. Трупы людей тоже не есть, пожалуйста. Для расслабления нет. С наркотиками пока тоже не будем разбираться. Это после. У нас нет животных. Фауна очень даже богатая. Здесь куча индюков. С гостями тоже пока не будем заниматься. Медицина. Максимальные. Самолечение включено. И все, можно приступать. Поехали. Я знаю, что нужны кровати. Возможно, нам сейчас даже хватит на что-нибудь. Строительство, смотрю, как быстро идет. Я не ожидал. Так. И мы сюда построим сразу стену. И, наверное, типа того. И вот эту внешнюю мы переставим. Допустим, сюда, наверное. Пусть будет здесь. Нам же должно хватить. Сколько там нужно? 5, а у нас 62. Нам не очень-то хватает. Ладно. Ну, мы разберем тогда еще здесь. Да, к сожалению, оно все поломанное на самом деле. Проблема-то в этом. А, можно же еще разобрать пол. Покрытие. Снять покрытие. И тогда нам точно будет достаточно. Я понимаю, что это контринтуитивно, но я вообще не интуитивный. Дверь из песчаника, кстати, можно разобрать. Разбери, а потом собери ягоды. И вот это. А потом мы сделаем... А тут, кстати, еще урны какие-то. Урны из мрамора, они, наверное, тоже бустят. 8 привлекательность. Прикольно, это все можно будет в спальню запихать. Это поднимет хотя бы чуть-чуть настроение. И сейчас, как только замутим спальню, нужно сразу... Я не знаю, если хватит мрамора, можно из мрамора сделать кровать первую. У меня есть предчувствие, что может не хватить. Давайте сделаем здесь какой-нибудь импровизированный склад для всяких помоев. И, наверное, пусть будет так. Я разобрал дверь только лишь потому, что... Из нее больше всего можно получить. Так, все, отлично. Не надо легкий нервный срыв, пожалуйста. У нас все не так плохо. Сколько стоит сделать кровать? Дерево не выросшее еще. Тоже нет. Нам должно хватить на кровать. 62. Мебель. Кровать из... это чего? Подожди. Гранит. Кровать из гранита. 45 блоков. Окей, окей, окей. Допустим. Как только отдохнешь, сразу строй. И у тебя будет где поспать. Должна построить, хоть и темно. Отлично. Сон в кровати, отлично. Че по нуждам? Без одежды неприятное место, холодно. Ну, 14 градусов, не так холодно. Еда на земле, это минус. Это просто... космическое недоразумение. Так, у нас есть пара... Чё, всего 3 созревших дерева? Ох, ужасно. Ну ладно. Группа путешественников проходит мимо. Вот откуда они идут? А, ну они идут в эту сторону. Я хотел проверить, пойдут ли они сюда. Так, все, у нас достаточно мрамора. Каргопоц, оружие. Дубина из мрамора.
А еще дальше ее можно было закинуть? Забей. Опа! Стоп! Че, кровь? Ты умираешь? Она истечет кровью через 15 часов. А ты? А с кем бодался? С индюшкой? Подожди, кто тебя покоцал? А, во-во-во, я вижу. Я вижу. Слишком тяжело. Я понял. Сорян. Ща будет. Трупы животных не гнилые. И у нас будет какая-никакая первая пища. О, еще одна группа путешественников проходит мимо. А че у нее там по отсутствует 20% тела? Плевать. Так, нам нужно сейчас разделать эту тушку. Производство, разделка, мясо. Я понимаю, что это на улице находится, но у нас нет особого выбора. Делать бесконечно. Так, и... Давай ты срубишь тополь. Этого хватит, чтобы сделать костер? Первое время это безумное количество вот этого мелкомоторного менеджмента. Здесь поставим место для медитации, потому что... Почему нет? Вроде эта колонна должна буст давать, если описание не врет. Так... Что я хотел сделать? Костер для того, чтобы... 20 древесины. Отлично. И мы можем костер поставить... Типа... Плюс-минус тут. Работать над костром. Костер. Приготовить простое блюдо. Повторять... Не знаю, 5 штук. Нам хватит на парочку, ну, тоже неплохо. Так. Стоп. Сейчас мы сделаем стол. Я понимаю, ты очень хочешь кушать, и вообще я не спорю, но давай сделаем нормально. Есть какой-нибудь... Вот это самый маленький стол, наверное. У нас дерева, естественно, не хватит, но у нас есть гранит. Еще посмотрим. Блоки песчаника, у нас есть песчаник. Мы сделаем здесь... Пускай будет тут. И табурет из песчаника. Так, я тебя прошу. А потом над этим. Отлично. Все, она поела за столом, это ГГ. Давайте построим теперь. Мы же здесь можем? Мы можем вот эти пару кусочков выпилить. И сделаем здесь комнату. А внутри комнаты попробуем починить все-таки. Я понимаю, что ты спишь на улице и вообще очень плохо время проводишь. Я очень сильно сочувствую. Ты без одежды, у тебя недовольство, сон на улице, холодно, сон на холоде, еда на земле. В смысле еда на земле? Ты за столом поела. Ой, бесит. Нужны оборонительные сооружения. Ты построй стену? К нам вообще никто не проберется. Режим дня... Делай что угодно. И мы поставим тебе для развлечения колышек из песчаника. Прям тут пусть будет. Так, дальше уже нельзя расширяться здесь, но... И у нас есть немножко дерева. Так, я все же хочу, чтобы ты... Нужны блоки гранита. Пфф.
мы сделаем из песчаника. Да? У нас песчаника еще дофига. А гранита, кстати, копейки, да. А это мой косяк. Ну, будет разными цветами, но... Кто вообще нас будет судить? Главное, чтобы оно спасало нашу жизнь. Песчаник. И здесь. Это будут крепкие каменные стены. Мало лекарств. Мы сейчас все высадим. Все, осталось только сделать стену. Отлично. Ах, моя девочка, молодец. Назначим тебя на починку. Я думал, что репаринг это с чем-то другим связано. С починкой роботов или еще какой-нибудь хренью. Так, у нас еще есть чуть-чуть песчаника, чтобы все-таки сделать здесь... такого плана комнату. Достаточно большая. Мне кажется, это то, что нужно. И здесь на складе разрешим обломки всякого дерьма, чтобы перенести вот это. А, дверь из гранита нам не хватит, чтобы построить, но мы можем построить двери из дерева, кстати. У нас есть дерево. У нас же есть дерево. 45 дерева. У нас нет еды, вот это да. Может быть, Пума еще с кем-нибудь тут задюкала вопросы, почикала кого-нибудь. Пума сдохла. Ха! Тупая дура. Ебойчик. Беги. Меня напрягает вот эта вот краснота. И мы не сможем заделать до конца этот коридор, да? Мы можем ровно до этой границы строить. А здесь начнут появляться враги и инфестейшн, там, либо оплодотворение нашей жизни. Здесь, кстати, тоже может быть. Ох, ужас. Ты несешь Пуму там? Нормально все? Молодец. О, моя девочка. Ай, молодец. Как закончишь, иди разделай. Ай, молодец. И иди приготовь. Молодец какая. И все, иди отдыхай. О, отличная работа. Я понимаю, что ей очень тяжело от того, что все еще нет комнаты. Холод не такой большой, 15 градусов. Типа, да, негативный трейд присутствует, потому что комфортно там было бы 17-18. У нас, говорят, огромное количество урн. Надо будет еще вот эту хрень починить. Давай ты как проснешься, починишь. Покушаешь, потом сделаешь себе комнату. Мы сгладим эти стены. И черт возьми, это будет просто безумной крутости комната на самом деле. А ты можешь все-таки в приоритет взять строительство, а потом уже все остальное? Мне бы хотелось, чтобы ты закончила с комнатой. Кстати, у нас еще даже 35 песчаника остается после всего этого мероприятия. И здесь рядом есть еще локация, которую можно разобрать. Ебой! Так, крышу можно убрать. Так, а ты... сделай крышу. А потом вот это все выровни. Я знаю, что нам нужна какая-то пассивная защита. Все-таки здесь, наверное, нужно открыть проход. И сделать какой-нибудь импровизированный с ловушками киллбокс. А мы можем... переставить местами. Че делаешь? Зачем ты чинишь... А, ладно. Давай тогда это... переставь. Переставь сюда. И переставь вот это себе в комнату. Звучит как дичь, но по идее это должно очень даже сработать.
Так, что нам необходимо следующим шагом? У нас явно не хватает кожи, чтобы сделать что-то хорошее из этого. Давай ты сейчас... А потом сделаешь крышу. Ну-ка. А как посмотреть красоту комнаты? Омерзительная. Посредственная, средняя, грязная. Богатство 754. Она посредственная. И если мы сделаем здесь покрытие, сколько нужно? Сейчас, смотри, ну-ка. Покрытие. Плитка из песчаника 4. Ну, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. 8,4, 32? А? Да? Ну, еще один не хватит, но хотя бы частично. Частично можно будет покрыть. Не-не-не, все нормально, это песчаник. Если она еще выровняет себе стены, это будет просто верняк вариант. Так, и, наверное, здесь выросло дерево-то наконец-то. Собрать созревшее. Чё за скорость созревания деревьев? Ладно, я понимаю, это справедливо, это справедливо, я не спорю. Давайте здесь сделаем зону для посадки. Давайте сделаем сперва здесь грядку. Покрытие грядки. Типа где-нибудь рядышком. Мы можем всю эту зону засадить. А это засадим лечебным корнем. Да блин, а чё? Не такая уж плохая комната. 754. Малярия, ты что, издеваешься? У меня нет лекарств. Да ладно, ты серьезно? О, черт. Так, скорее. Ты несешь песчаник. Сколько сюда надо? 5, а у меня? Ну, отмени. Стена приоритетнее. Я тебе говорю, у тебя 7 кусков песчаника. Перенести. Перенести. Во, молодец. А теперь иди и добудь себе лекарств. Ох, если она сдохнет от малярии. Ох, мы плохо время проведем. Да за что мне все это? Почему она? О, какой рейд лечения? 10. Блин, 10 квадратных. Она умрет. Не, у нее уровень лечения 5. Она вылечила себя по нулю. Она вылечила себя в ноль. И там 2% пока отставания. Че, кстати, по спальне? Нормальная, средняя, посредственная. Единственное, она грязная, ну, почисти. Ты можешь почистить? Я тебе говорю, почисть. О, черт, ребята. Она полечила себя лекарствами? Ну-ка. 45%. Догоняет. Еще разок это надо будет сделать. Так. О! Мы в который раз вообще от... Зачем я выделял кусочками, если можно было здесь
все выделить. Мы опять умрем. А здесь пусть лечебный корень растет. Агрессивные животные. Кто там? Агриоз? Что это? А, обезьяны. Черт, ну... У меня нет ресурсов, из которых можно сделать ловушки для них. Ну, возможно, они сейчас побесятся, чуть-чуть в воде помокнут и уйдут. Только не выходи на улицу, я тебя умоляю. Как там твоя малярия проходит? 32-33. Пока побеждаем. Пока побеждаем. Да они побесятся сейчас, проголодаются и свалят. Давай, деточка, давай. Едем, аля. Ну что ты, как... 40%. Живем. Должно хватить. Я все-таки надеюсь, что обезьяны свалят. И мы займемся тем, что пойдем и добудем еще лечебного корня. Потому что у нас сколько? 10 часов до повторного лечения. 45-43, 46. 3% впереди. Не так много, чтобы это было комфортно для меня. Скажу честно. Лечебный корень очень медленно будет расти. Даже с вариантом, что здесь 200% из-за грядок. У нас есть немного дерева. Мы можем сделать что-нибудь полезное из дерева? У нас нет еды, которую хранить. Обезьяны, по-моему... Оп! Убегай. Тупейшая дура, блин. Все, это придется биться. Она сейчас умрет еще от обезьян, я тебе клянусь. Убей обезьяну! Еще! Я умоляю, ты убей ее! Готово. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. Нам не хватало еще заражения. Куча укусов. Куча укусов. Так, ты вроде стабилизировалась до 20%. Мне нужно теперь, чтобы ты достала себе лечебного корня. Собрать. 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 Я тебя умоляю. Я тебя умоляю прямо сейчас. Это важнее, чем себя лечить. У тебя 20 часов. Ты можешь пойти и прямо сейчас достать себе лечебного корня и полечить себя? У тебя качество лечения ноль. Ты что, дебильная? Наверное, 23 лучший процент. 35 на малярии. Кровопотеря не очень помогает. А есть еще лечебный корень рядом? Я вижу там. Так, тут не созревший. Наверное, вот этот единственный. Так, иди добудь. О, блядь, она впала в ярость. И сдохла от индюшки. Отлично. Просто... Просто красота. Ты шо, вообще дебильная? Так, верните меня в прошлый автосейв. Я не знаю, насколько... В смысле? Сука, идиотина какая-то, вообще кошмар. Может, надо было последний загружать? Я что-то не посмотрел по времени сохранения.
Ну, а просто стояла у себя на ноль хилила. Вообще конченая. Какой это момент? Где ты? А, это еще до обезьян. Допустим. Так даже лучше. А, дебилка, это просто кошмар. Ты просто... Голая, впаду в ярость, пойду пиздить индюшку и сдохну. Отличная идея, просто молодец. Вау, сверхразум, молодец. Вот, пусть хорошо время проведет, поразвлекается там. Че у нас по спальне, кстати? Посредственно, неплохо, средне, нормально, грязновато. Сойдет. Это уже не самый плохой вариант. Так, мы можем переработать камни. Можем переработать сланец. Все? Нет, обезьяны все еще орут как конченые. Так, в смысле ты альтабнулась, игра, вернись. Так, производство. Мы можем замутить карьер и попробовать подобывать там сталь. Было бы у нас еще место. Прям посреди огорода придется делать. Я не хочу. Не хочу. Стол для резки камня. Сталь, древесина. Это все снаружи находится. Обезьяны меня не выпустят сейчас. Мастерская художника, разделочный стол. Это все мимо пока. Это все пока мимо. Развлечения все мимо. Грядки мы сделали. У нас есть какие-нибудь здесь ресурсы вообще? Ну, мы можем, наверное, вот этот кусок вырубить пока. У нас нет еды. Как вам такая инфа? Может быть, все-таки обезьяна успокоится или нагрят кого-нибудь другого? Здесь есть практически созревшие ягоды. Нужно лечение? Яйкс, я бы хотел все-таки, чтобы это было сделано медикаментами. Здесь 18% для лечебного корня. А, обезьяны, конечно, вот просто не вовремя. Просто не вовремя вообще. О-о-о-о-о! Куда идешь? Слушай, а пройди мимо обезьян. А, отличный маршрут, одобряю. Вы успокоитесь? Сколько вы будете еще беситься, дебилы? Крушение капсулы. Оу, щит, гаддэм! Содружество Верлиум. Мы можем раздеть ее, его и кто это? Мужчина, возраст 32, космический беженец. Что умеет делать? Трансгуманист-трезвенник. Не может заниматься простой работой. Умственный труд 6, горное дело 8. Все. Истечет через 9 часов. Да. Да. Мы можем попробовать его стабилизировать, если... Мы могли бы попробовать его стабилизировать. А одна обезьяна забила. Они, наверное... Она пошла убивать... Упаденца? Не, она ушла. Она ушла. Мы можем пободаться с одной обезьяной. С одной из обезьян. Потому что нам так или иначе нужно выходить на улицу. Укус, два укуса. Давай, умоляю, убей. Отлично. Сруби. Сруби. Вообще, у тебя не опасное кровотечение. Может быть, мы все-таки сможем стабилизировать этого челика? Где он? Где он упал? Сколько? 6 часов? Ну, в принципе, стабилизировать на месте. Шесть-семьдесят. Ну, у нас есть еще вариант на одно хорошее лечение. 5 часов?
Ну все. А тут есть лечебный корень как раз, который можно собрать. И перенеси. Спасибо. Добудь еще. Тут есть созревший лечебный корень. Да у нас будет сейчас немного лекарств, кстати. Растениеводство установилось. Все, все, у нас есть лекарства. Все, отлично. А ты, что там, по, как у тебя? А, недоедание незначительное. Сейчас мы это исправим. Почему она испорчена это сразу? А, ну может потому, что она в воде лежала? Из-за разреза в мозг. Отсутствие части тела. Расположение, разложение. Гниет. Это тупо. Иди и добудь ягоду. Потому что тебе нужна еда. То, что ты обливалась и потом из рогачки поела, это, конечно, ты молодец. Я одобряю. Качество 0. Вау! Вау, ты чё, гонишь? 84, 84. Она вылечила лечебными травами себя в ноль. Каковы вообще были шансы? Да, я понимаю, там у самолечения есть огромный дебаф. Затворничество. А умрет от малярии. А, ты что, издеваешься? 86, 85. Она в ноль себя вылечила лекарственными травами. И инфекция, и заражение началось. Вау, в легком. Ты чё? И она в обморок была. А, сдохла опять. Я тебя так просто не отпущу. Я тебя так просто не отпущу. У тебя нет выбора, ты выживешь, понимаешь? О, меня уже трясти начинает. Игра точно против того, чтобы этот поселенец выживал на этой карте. Не, я подозревал, что будет заражение от укусов. Там вероятность огромная просто. Учитывая, что она еще залечивала... Все, он стабилизирован. Забей на этого дебила. Мы его не будем спасать, он бесполезен. О! Еда. А, собери, пожалуйста, еще лекарств. Я тебя умоляю. Так, и пока ты не ушла... Я надеюсь, у нее сейчас кукуха не поедет от этого. Если она соберет сейчас еду. И перенеси. 31. Это другой совсем уровень. Так. Нужно лечение кому? Почему? Какое тебе лечение надо? В смысле, качество лечения 1/1? Ты что, гонишь? 36%. Да, детка. У нас все еще может быть заражение опять. 89, 8, 90, 89. Разница в 1%. Смертельная болезнь. Да я даже не сомневаюсь. 2%. Фух. Да, блядь. Всего-то 6 раз пришлось перезагрузиться. Есть. Да, блядь, малярия побеждена. Отлично. Значит, это поселение еще поживет. Обезьяна сама сгнила. Хер бы с ней. Фух. У нас есть еще 2 лечебных корня. Как у тебя по настроению? Теперь все должно быть в порядке.
сильное недоедание. Это проблема. Это проблема. Полтора дня мяса. Сколько до риса? 63%. Осталось чуть-чуть до риса. Прям буквально, может быть, пару дней пережить. Здесь огромное количество ягод. Как проснешься, я тебя умоляю. А, не может ходить? А долго она не может ходить? Сознание 10. Все. А, нет, не ешь, пожалуйста, сырое мясо. Я тебя умоляю. Добудь вот эти кусты, я тебя прошу. Затмение вообще никак не колышет. Ты можешь не оставлять, не рыгать повсюду, а как бы делать дела. Так, все, у нас есть два простых блюда. Фух, ребята, ну я считаю, что это не самый плохой результат. Не самый плохой результат. Было тяжело, я признаюсь честно, но на той и рандомной ренде на максимальной сложности. Малярия с вылечиванием там просто разница в 1%. Охренеть, Но у нас теперь есть кое-какие запасы еды, которые вот-вот должны вырасти. Ооо... Давайте в следующей части продолжим наше приключение в мире Rimworld. А для вас вещал Джонни специально для канала Joywire. Огромное спасибо за то, что просмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Позвоните в колокольчик, чтобы не пропустить сообщение о новом видосе, конечно же. А я заканчиваю эту часть и врываюсь в следующую. Так что увидимся совсем скоро, ребята. Пока.